Всем привет, с вами Алексей. Зима, делать нечего, снимать на улице особо нечего про фундук. Поэтому будем пробовать колоть руками этот фундук. Для чего? Для того, чтобы ищем сорт, который можно носить с собой и при необходимости перекусить очень полезным и здоровым продуктом. Сегодня позвольте представить сорт пирожок. Такой оригинальный пирожок. Как раз посмотрите, как он выглядит. Я еще по пирожку, там много вопросов. Вот так вот он выглядит. Этого года урожай, уже хорошо высохший. И все, не буду долго задерживать. Будем пробовать. Шансов мало, честно говоря, не пробовал. Это среднего размера, он идет крупнее. Те, что крупнее, конечно, возможно, будут поддаваться лучше. Сейчас пробуем те, которые не крупные. Ну, среднекрупные, скажем так. Ну, что-то похрустывает, честно говоря, ну, тяжеловато. Расколоть, я понимаю, что расколоть возможно, расколоть, вот видите, поддается, но это очень тяжело. Это, наверное, даже тяжелее, чем в Карамановском. Карамановский был крупнее, да, возможно, более крупный орех лучше будет поддаваться, поэтому... Как бы, ну, наверное, не взял бы я этот сорт для того, чтобы его расколоть руками. Хотя вот потихоньку поддается, да, но очень тяжело, скажем так. Поддается, но очень тяжело. Только взрослый, сильный мужчина. Ну, есть маленькие секреты. Можем взять один из орехокольчиков, и тогда это будет вот так происходить. Вот так это будет происходить. Скорость сумасшедшая. Расколоть для себя, покушать, но это, конечно, в основном в домашних условиях. Если взять с собой, и я ношу на работу иногда, для того, чтобы расколоть другие сорта, типа сорта Боровской, покажу, он не разлучится руками однозначно, никак. То тогда просто клац и все. Легенький, из алюминия, очень удобненький, дешевый, стоит, ну, 3 копейки. Все, взяли, вот у вас готовый продукт. Прекрасно, сейчас покажу ядро. Вот, замечательное ядрышко. Вот. И далее его либо в воду на 8 часов, чтобы получить максимально полезный продукт, либо поджарить в микроволновке от 1 минуты, получить максимально насыщенный вкус, скажем так. Ну, по полезности, конечно, будет это не так хорошо. Либо скушать вот в сыром виде. Пожалуйста, прекрасный перекус, прекрасный орех. Но, к сожалению, сорт пирожок не сильно нам подходит для того, чтобы взять его с собой. Ребят, кому не приходят уведомления с этого канала, пожалуйста, переподпишитесь. Отпишитесь и сразу подпишитесь со звенящим колокольчиком. И тогда все видео будут приходить на ваш канал незамедлительно, скажем так. А я постараюсь сделать для вас интересные и полезные видео, что особенно касающиеся темы фундука, скажем так. Кому понравилось, поставьте лайк, поделитесь, пожалуйста, этим видео в соцсетях. Внизу есть строчка поделиться, кому уж очень понравилось. Напишите комментарий, если что-то непонятно. И всем огроменный привет из Харькова. И всем пока.